Сегодня состоялась акция горячего питания для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В этом году она проводится второй раз в районе автовокзала столицы. Согласно данным, с каждым годом число бездомных увеличивается, при этом снижается их средний возраст. Те, которые больше 3 лет бродяжничают в основном, да, они не могут выбраться из этой ситуации. Мы как стараемся им оформлять все документы. У нас есть отделение от социальной адаптации Терех на Богдановича, ЖК 31/4. Туда направляем. Это в данное время сейчас он у нас стационаром вообще стал, да. На 100 койко-мест же, да. Угу. И оно на сегодня, оно полное. Вот они сейчас жалуются, что не можем поступить. Я им пытаюсь объяснить, что человек уйдет, только тогда вы можете поступить. А лежачих очень много стало там тоже.